Кто там мне стучится? Блин, кто мне стучит? Я вот не знаю. Сейчас, подожди. Кто там мне стучит, я не знаю. Вот мне надо... Сейчас, подождите меня. Сейчас я лицо помою, прекратите стучать. Я не знаю, кто там мне стучит. Ладно, ладно. Ай, блин, меня кто-то бьёт. Не понял. Кто это? Кто? Где? Что вы... Что это такое? Что это? Откуда тут зомби? Уходи отсюда! Уходи, 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 уходи! Уходи, уходи, уходи! А, Владимир, это ты, что ли, мне стучишься? Свет, привет! Я, блин, спал! Оказывается, уже утро наступает! Эти зомби покоя не дают никому, сосед! Так... я уже камеру вроде бы врубил. Мой дед оставил у меня во дворе пушки, чтобы обороняться от таких зомби. Понял. Так, стоп, у меня что, камера включена? А, да, точно. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, ваш дорогущий друг Ликс, ребята. И сегодня со мной будет Владимир, короче. Мы, в общем, спасаемся от вот этих всяких зомби. Короче, давай, показывай все, что там у тебя есть. Может быть, поделишься. Ты уже обустроил свой дом, ты где это все купить-то успел? Ну ладно, давай. Вот, у меня тут гостиная. Можно тут посидеть, посмотреть телевизор, читать книжки, разговаривать. Так, телевизор. Тут у меня кухня. Хорошо, я сейчас телевизор включу. Да, могу поделиться. Ну ладно, я сейчас включу телевизор, погоди. Тут надо включить его. Что по новостям говорят? Итак, срочные новости. По новостям, Луногорская 12-7 находится под опасностью. Такие уголки, как центр, ЦО, подвергаются опасными вещами. По утру тут пусто и никого нету, но по ночам тут происходит сущий кошмар. Данный уголок заселен всего лишь двумя домами. Больше никого тут нет. Новости еле-еле с дрона записывают, потому что некоторые зомби умные и пытаются причинить вред. Блин, ну и новости. Каждый раз у нас вот такие вот новости. Вот пойми, блин, ничего не понять. И вот опять. Зомби. Может, тогда надо будет что-то делать с этим. У тебя есть хоть что-нибудь предотвратить? Идем ко мне домой, у меня есть кое-что. Но оно только мне может помочь. Потому что лишь только для меня есть лом. Вот да, хорошо, спасибо, что закрыл. Короче, у меня есть всего лишь один одиночный лом. И вот он как выглядит просто. Вот. У меня вроде тоже был лом, только я видел, что ты у меня что-то там в шкафчиках шарился. А, значит, это твой лом был. Этот лом пропал. Значит, это был твой лом. Так, ну ладно. Придется идти. Можем ты ломом заколотить что-нибудь. Например, двери. Кажется, можно дверь заколотить, но он для боев тоже пригодится. У тебя хоть какие-нибудь оружие или что-то есть способности? Я же говорю, мой дед оставил оружие на заднем дворе. Пошли. У меня тут это, кстати, ванна. И, короче, где-то здесь вот надо прокопаться. Надо покопать. Вот. Придется это убирать все. Вот сундук, вот сундук. Точно! Вот это вот надо взять. Все вот это. У тебя от болтовки есть. У тебя, подожди, это оружие называется. Ты одет прям как ассасин. Но от болтовки у тебя есть этот. Как он называется-то? Магазин. Патроны есть? Отлично. У тебя их много. Большой запас. Ну все, этого достаточно. Ведь с этим попытаемся мы... Рабочие перчатки. Запасался едой. Я, кстати, тоже запасся едой. Мне нужно их как-то одеть.
Все, я одел перчатки. На мне сейчас есть перчатки. Ой. Ну да. Так. Ладно. Все. У тебя сканер постоянно реагирует на меня. Постоянно что-то говорит. Ну да. Так, ну ладно. Придется ждать нам ночи. Глава первая. Наступление ночи. Спустя полчаса Ликс, а также Владимир смогли сделать защиту. Точнее, спустя полчаса они смогли купить все это и найти. Но через час у них получилось сооружить свои дома. Вот так это выглядит. Дом Ликса и Владимира напротив друг друга. Оператор, записывающий это, видит все. И вы. Так. Мы почти уже все готово. Да. Это было долго. Я, кстати, еще камеры видеонаблюдения установил, чтобы следить за зомби. Это отлично. Наверное, зомби не поймут. Можно, знаешь, что делать? Типа с окна смотреть. Они не поймут, что это такое. И они такие споткнутся. И вот эти шипы, которые есть, ты активируешь шток. И они все это услышат. Не услышат, а там типа что-то такое будет. Они услышат, они еще больше сюда прибегут. И еще больше они сюда умрут. Да. Нужно как-то... Нужно убить одного зомбаря. Найти его мозги, почистить и промыть. А потом можно поставить сюда, и они будут идти на эти же мозги и сами умирать. Кстати, пока ты там пока ты делаешь себе сюда защиту, я после сундука решил полазить, и там, оказывается, я еще нашел экипировку. Понял. Она под штуком лежала. Где, где, и, где? Да. Давай. Вот, на тебе эту экипировку и еще на. Так, я понял это, как одеть. Так, мне надо вот так его одеть. Вот эту маску. Все, я теперь себя слушаю. Я тебе, я вот. Все, теперь я нормально. Вот, отлично. В принципе, мы пока что в готовке. Хорошо, что мы запаслись едой. Теперь что мы будем делать? Давай, придется нам... Сейчас просто пока обходить наши дома. А ночью как будет спецразведка. Может, обходим эти дома? Может, тут спрошу у жителей, что-то осталось. Возможно. А, вот он! Убивай его! Получай. Что за, блин? Напугало нас. Блин, я тебя случайно тут задел. Подожди, подожди. Ничего такого. Все. Моя броня не пропустила этого. Я вытащил с тебя пулю. Ну, из твоей брони. Так, аккуратно исследуем вот тут. Так, надо просто выбить окно это, да? Хотя нет, не будем пока трогать. Хотя нет, пока нормально, чисто. Мы всего лишь одного убили. Она уже гнилая. А, блин. Гнилую плоть? Видишь, у тебя гнилая плоть. У тебя гнилая плоть? А, подожди, надо же достать... Блин, этот зомби был без мозгов. Он пропал. Так, тихо, аккуратно. Так. Тут никого. Отлично. Так, тут тоже никого. Блин. Пока все чисто, это хорошо. Так. Это дверь. Мы тут же вроде бы были. Или не были. Ладно. Так. Подожди. Иди, давай. Говорят, ну, вот ну, это... Я по новостям сейчас недавно... Ты куда пошел? Так. Тут никого нет. Я думал, что это за странные звуки. Просыпаюсь, блин, тут. Так, ну ладно. Говорят, самое опасное место сейчас это находится в ЦО. Так, говорят, там зомби много. Так, книги лежат. Так. Так. Ну, пока это тут чисто. Пока тут чисто. Разведка.
книжка. Да, это было ошибочная. Ошибочная, точно. Ошибка. А, наверное, тут в домах вот этих полчища зомби. Зомби тут. Мне кажется, тоже. Я слышу их. Придется все тут перестрелять и уничтожить. Вот они! Вот они! Вот они! Иди сюда! Помогай! Получай. Расстреливай! Тут его плоть была! Тут его мозги сейчас упали куда-то! Надо поискать еще что-то. Так. Кто-то не может лучше сюда пройти. Тут ванная. Комната чья-то. Блин! Это же... Тут много чего, вот, блин, заселенное такое место, и тут, блин, вот эти зомби всякие. Может, я попробую перепрыгнуть? Ай, не получается туда запрыгнуть. Не, это плохое здание. Ищем дальше. Это что? Спина. Пока нужно утром, пока разведку чуть-чуть, мы можем найти слабых. И от слабых, возможно, мы что-то сделаем. Пока не появились зомби с большим IQ. Ночью будем просто с окон расстреливать зомби. Так. Отлично. Полочки надо обыскать. Полочки, полочки. Полочки пусты. Полки пусты. Давай, выходи отсюда. Давай, выходим. Давай, выходи, выходи. Так. Это что? Торговый центр какой-то, что ли? Тут есть какие-то ресурсы, тут есть порох. Тут подожди! Это кожа зомби! Это кожа зомби! Я слышу их. Готовь оружие. Тут сейчас что-то... Погоди, надо перелезть. Ой! Давай, перелезай. Как ты не можешь перелезть? Подожди, я тебе сейчас... А, ты можешь выломать же, блин. Точно. Так, аккуратно. Тихо, тихо, идем. Тихо. Ребята, сейчас очень все опасно. Ах, так, надо запрыгнуть. Ах. Разве ты думаешь? Я вот слышу. Ах. Блин. Так. Ах. Я иду за тобой. Лена. Блин, тут яблоко одно. Не где, где? А, что это сейчас было? Тут какой-то склад. Тут какой-то, тут, походу, был динамит. Это ресторан же. Это ресторан какой-то. Похоже на тюрьму. Белл. Это ресторан под названием Белл. Что-то знакомое. Так, ну ладно, сейчас я выберусь из кухни. Я слышу их внизу где-то. Нужно низ обыскать срочно. Каждый уголок. Ой, встал. Так. Надо перелезть через эту дверь. А! Как больно. Иди сюда. Нет. Блин. Где ты? Сейчас. Я... Так, идем сюда. Я вижу, я думаю, ты там. А, сейчас, стой, подожди меня. Я слышу тебя. Я слышу. Слышу. Так, видишь это? Да. Ай, ах, блин, как ну, больно. Кирпичи мои. Да, вот, еще я вырвал. Так, без тебя туда не зайду. Ты поставь пока кирпичи. Так, тихо. Блин, очередная непонятная вещь. Так, очередное все опять. Так, тут вода. Стоп, ты слышал? Опа, уже ночь. Уже ночь начинается. Так, нам нужно идти. Пошли домой. Домой. Надо идти обратно. Пока нас не сгрызли. Побежали. Ой. Так, ребята, это очень сейчас сложное сейчас время. Тут
Мы по какому определялись? Мы по ЦО, да, определялись? А ЦО находится там. Вот они! Зомби. Отстреливайся. Идем сюда. Нужно ЦО найти сейчас. Блин, я уже голодным стал. Живот бурчит. Стой. Дай. У тебя есть баранина. Блин, я тоже успел закупиться. Стоп, хлеб. Это же мое, наверное. Ну ладно, пошли. Так. Мне кетчупа этого очень много. Я слышу. Очень много зомби. Очень много зомби. Вот тут он. Ведьма даже. На. Блин. Чё это? Умри. Так, это можно пригодиться. Какой-то порошок. Это что это за... Ой, блин. Это с порошком не так. Это не порошок. Это исцеление от зомби? Так, это... Этот порошок подействовал как... Очень опасное. Очень опасное. Можно сделать из него какое-то исцеляющее зелье? Возможно. Возможно, можно как-то это сделать. Так, стоп, вот селение. Это селение наше, вот это наши дома. Мы нашлись. Так, теперь нам нужно полностью что-то, сильную экипировку, все сделать. Так, итак, смотри, какой план. Я сейчас, подожди. Короче, вот какой план. Сейчас мы должны помыться, привести себя в порядок. Плотно сейчас наесться на тех, у которых у нас есть еда. И все. Ну, давай. Давай. Меня такой вот устраивает. Все, мне... А что за этот день? Так, мне надо в ванну сейчас зайти, зубы почистить. Так, аккуратно все. С себя вот это все снимаем. И вот так это все тоже снимаем. Все, я сейчас буду мыться. Тоже. Ой, все. И Ликс пошел умываться. Умывается сейчас Ликс, а Владимир пока делает свои дела. Стоит на чеку и пытается что-то сделать. Итак, он сейчас одевается. Как мы видим, дом Владимира защищен. Ну что там, Ликс? Давайте смотреть. Так, ребята. Так, ребята, все. Нужно одеться, зубы тоже почистил. Отлично. Экипировка у меня все. Готово. Готово. Все. Надо теперь пойти. Блин! Господи! Господи! А! Владимир! Вова, Владимир! Давай! Выходи! Господи! На! Я тебя спасу! Расстреляй их! Расстреляй! Они очень опасные! Так! Блин! На! На! Отомщу! Отомщу! Ой! Господи, у них так много вещей тут! Вот я, у меня есть их мозги. Есть мозги. Сейчас их надо будет помыть. Сейчас я их помою. Они какие-то такие гнилые, но нужно как-то запах сделать. Вот эту грязь от них не убрать. Ой. Там зомби. Так. Я уже помыл, короче, мозги. Сейчас мы сможем вот так сделать. Типа... Смотри, сейчас эти мозги повесим вот сюда. Эти мозги нужно на крючок поставить. Один вот сюда, другой... Эй, ты иди сюда, смотри, я мозги. Я мозги. Ай! Они меня избивают. Вот теперь мы можем их атаковать. Приманили их. Ай, так. Ну, надо
побольше экипировки. То есть оружие. А, так. А, убили. Надо раздобыть побольше оружия. Яблоко чищенное, хорошее яблоко. Так, пошли ко мне на склад. Пошли ко мне на склад. Давай, заходи. Блин, эти ботинки очень сильные какие-то. Блин. Так, вот склад мой. Я поставил пока сюда. А вот моя баранина. А, понял, ты мою еду туда взял. Так, пока я шлем могу сюда положить. Кожа у меня. Так. В общем, нужно понять. У меня даже есть прототип вот органов человека там. Вот этого вот. Видишь? Вот что-то нужно понять из этого. Что именно их не так дает. Нужно быть бесстрашным, как этой, как эта кукла. В крови и мозги. Кажется. По крови и мозгу передается данный вирус, и он захватывает весь мозг. Нужно создать антивирус такой. Нужно какой-то антивирус создать, типа из их яда. Порошок, точно. Да, вот у меня есть этот порошок, который случайно я грамм нюхнул, и там, и короче там, это не порох, это... У меня есть лечащий порошок, думаю, из него можно сделать что-то какое-нибудь исцеляющее. Это если что, тут он смешан хоть с порохом, но это не настолько порох, это именно порошок, который я случайно сейчас там нюхал, понюхнул, и короче случилось что-то не так. Не думаю, что это самая лучшая идея, нюхать всякие порошки. А, зомби? Ах, блин, меня ранили. Не успел тебя ранить. Я сейчас завяжу себя. Так. Себя надо вот так, бинтом. Все, отрезал. Пошли. Пошли теперь искать опять. Видишь большое здание? Нам нужно на него. Да. Ребята, вот если что, мы сейчас в такой экипировке. Знаете, если я вдруг случайно сдохну... Следующие записи, думаю, это будут следующие записи, это... еще экипировку, еще когда... Блин, ребят... Когда наши подкомпы смотрели эти записи, они нами восхищались. Да, сейчас я почистил вот так оружие. Так, все отлично. Ребята, в общем, короче, что не так? Что именно не так? В общем, как все сложилось? Нету разновидности оружия. Типа, он снайпер, а я, ну, ближний такой, стреляю. Да. Но слишком мало оружия. Это я понял. Слишком мало, но надо отбиваться. И, ребята, короче, если я вдруг умру, знайте, запись сразу же пойдет. Запись сразу же пойдет. Не понял? Что это у меня на задней камере? Ломай! Ломай! Ломай тут все. А, умри. Ох, что это еще было? Вот они. Вот они, эти куча зомби. Ах, ты в меня попал. А, дай еды. У меня есть бинт. На тебе еду. А. У меня еще есть бинт. На. Бинт? Точно. Сейчас, ай, новые раны надо. Хорошо, что у меня броня сильная. Слава богу, у меня броня сильная. Все, отрезаю кусочек. Да, мне свою броню этим. У тебя такая прочная сталь тут какая-то. Броня. Значит, мы можем перезапастись этой броней, если наша сломается. Знаете, ребята, если что, я наполовину оператор сейчас. В данный момент оператором сейчас являюсь я. Но если я умру... Запись сразу же выложится. Запись сразу же выложится на мой канал. И вы будете знать, что случилось со мной. Так что давайте. Я буду еще продолжать эту запись и рассказывать, что случается, будет случаться с ним, если с ним что-то произойдет. У меня гениальный план. Можно чай совмещать с этим каким-то таким порошком и их ядом. А далее... Найти нужно лошадь, совместить их яд с лошадью, забрать этот яд и вколоть им. Возможно, этот яд может подействовать как противоядие.
Это гениальная идея. Напарника. Возможно, возможно, кто-то есть из живых, но мы этого, наверное, не знаем. Возможно, он сейчас нуждается в нас, или мы нуждаемся в нем. Мы сейчас оба от друг друга нуждаемся. Он о нас, и мы о нем. Одиночки довольно слабы. Одиночки — это правда. Я слышал сейчас звук. Только вот мне... Вот я не пойму, как мне попасть наверх. Как именно нам попасть наверх. Ботинки не настолько... Попадать, если мы и так получили мозги зомби. Но они как-то плохо на них действуют, понимаешь? Так, погоди, тут тоже селение какое-то. Погоди. Опа! Вот он, зомби без, без экипировки. Ах. Убил. Я убил его. Я, короче, близник, ты, короче, дальник. Потому что у тебя снайперка. Хорошо. Нужно как-то держаться близко, но далеко. Я кого-то видел на крыше, походу. Блин, тут даже кровь. Зомби. А, нет. Короче, все, я сейчас буду винтовкой тут стоять. Ребята, на данный момент это сейчас является первой записью. И сейчас я ее выложу на канал. Но знайте, у меня тут стоит датчик, который подключен прямой к моему организму. Если я умру, повторяюсь, это сразу же выложится. Так что, ребята, знайте, мы сейчас будем просто отстреливаться и делать... Все, что нам именно нужно. Ребята, поймите. Это конец первой записи. Потому что сейчас мы не можем часами сейчас все это записывать. Мы должны по частям это выкладывать, чтобы вы все сами могли разобрать и понять весь сюжет и суть. Мы далее после этого свалим из этого города. Но знайте, возможно, могут появиться зомби, у которых большой IQ. Но они будут его использовать не по назначению. Например, они могут вдруг, типа, не потому, как надо, использовать эти мозги, которые у них есть половина. Так что, ребята, ближник Владимир сейчас где-то стреляет. А я, ребята, Ликс, буду здесь стоять как дальник. Я сейчас прицел увеличу. Вот так. Будет у меня большой прицел. Вот так. Так. Пока ничего. И, ребята, все. Если что, я сейчас перепрыгну на ту крышу здания и запись тоже вырублю. Ой. Все, ребята. Удачи. Был здесь Владимир и Ликс. До свидания. Всем пока. Надеюсь, мы выживем. Вам только надеяться.